بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي يقدم من يشاء بفضله ويؤخر من يشاء بعدله لا يسأله مخلوق عن علة فعله ولا يعترض عليه ذو عقل بعقله والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي جاء بالقرآن كالشمس في ضحاها وبالسنة كالقمر إذا تلاها فمن سار على نهجه واهتدى بهديه صار في نور نهار إذا جلاها ومن أعرض عن هديه وتمادى في غيه تاه في ظلام الليل إذا يغشاها ما بعد. Еще раз ассаляму алейкум рахматуллахи баракату, уважаемые братья и сестры. Во-первых, благодарим Всевышнего Аллаха, субхана ва тааля, нашего Создателя, то, что дал нам возможность вместе собраться. Сегодня как раз последний ат-таравих, последний день, когда мы читаем молитву ат-таравих, которая читается в месяц Рамадан. Завтра последний пост. И уже даже и в Саудовской Аравии тоже обозначили, уже по спутнику посмотрели то, что в пятницу будет. Если раньше по Луне смотрели, сейчас они тоже перешли на спутник НАСА. То, что в пятницу будет уже праздничный день Ураза Байрам, Айдуль-Аль-Фитр. Поэтому, альхамдулилля, я всех вас поздравляю. Так уже с приближением окончания священного месяца Рамадана. Просим Всевышнего Аллаха, субхана ва тааля, чтобы мы были из числа тех, кто выстаивал и молился, и постился в этот месяц Рамадан иманан ва ихтисаба, с верой и с надеждой. Как сказал пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, «Ман саама Рамадана иманан ва ихтисаба, гуфира лаху ма тақаддама мин дзанбихи». Тот, кто постился в месяц Рамадан с верой и надеждой, то, что Всевышний его простит, ему простятся его прегрешения. «Ва ман каама Рамадана иманан ва ихтисаба, гуфира лаху ма тақаддама мин дзанбихи». Тот, кто выстаивал в молитвах этот месяц с иманом, с верой и надеждой, то, что его Всевышний Аллах простит его, простятся ему его прегрешения. «Ва ман каама лейлата аль-кадри иманан ва ихтисаба, гуфира лаху ма тақаддама мин дзанбихи». Тот, кто выстаивал в молитвах ночь предопределения с верой, с иманом и с надеждой, то, что Всевышний его простит, ему простятся все его прегрешения. Перед тем, как начать нашу лекцию, у нас час времени, я предлагаю минут 40-45 так раскрыть тему, о которой бы хотелось сегодня затронуть, и минут 15 оставить на вопросы ваши. Это первое. Второе, хотелось бы, чтобы лекция она была такая, знаете, живая, альхамдулилля, многие из вас сегодня постятся, чтобы чуть себя тоже так, когда постишься, спать хочется, чтобы чуть проснуться, чтобы интересно было, чтобы каждый из вас, альхамдулля, как-то был задействован, чтобы каждому из вас, альхамдулля, была некая такая награда задействована этой лекции. Какие, если, может быть, во время лекции хотите что-то задать, вопросы и так далее, альхамдулля. Как такая братская беседа, можно сказать, так вот больше, альхамдулля. Хочу, чтобы так это все прошло, иншаллах. Касательно темы, мы затронули то, что месяц Рамадан, отправили, да, месяц Рамадан, это некая площадка для духовного роста. Месяц Рамадан, 9-й месяц по лунному календарю, по календарю хиджри. Рамадан, что такое вообще Рамадан? Вот кто знает, как переводится? Я хочу, чтобы у нас такое некое общение было. Как переводится месяц Рамадан на русский язык? От чего взято? С какого слова Рамадан? Мин Рамда, Рамда вообще? Рамда, жар. Жар Рамда переводится некий такой жар. То, что вот то, что он говорит, брат Египта, то, что погода, вот Рамда переводится, это как жар, то есть какое-то тепло, жар. Почему назван месяц Рамадан, по большинству мнений ученых, то, что первый раз, когда Всевышний Аллах, субхана ва тааля, Творец, Создатель, приказал поститься, была очень жаркая погода. То есть первый месяц Рамадан, именно сунния ауэль шахар би Рамадан, ляна кана такс, яни фиен шиддат аль-харар. То есть очень в Аравийском полуострове жил пророк Мухаммад, саллаху алейхи салям, там жарко было. Бывает, даже зимой, например, на сегодняшний день в Саудовской Аравии, когда вот мы ездим на хадж, на умру, там 25-30 градусов. Летом 50-55-60 градусов достигает погода. Я помню, когда учился в Саудовской Аравии в Риаде, супругу просила заехать в магазин, я купил там кассету яиц, и наступило время намаза. Раньше, когда время намаза наступает, в Саудовской Аравии азан говорят, за 5 минут все магазины закрываются, всех, как бы специально была полиция нрава, всех приглашали намаз читать в мечети, оставил коробку с яйцами в этом в машине, зашел прочитать намаз, образно смотря, они уже сварились на солнце. То есть такая жара, такая сильная, такая жара в Саудовской Аравии, и именно особенно в летнее время. И вот как раз, когда первый раз Аллах, субхана ва тааля, приказал, не спасал аят,
касательно месяца Рамадана, сурат Аль-Бакара, именно это была сильно жаркая такая погода, и вот это совпало с Рамадан, и так он остался. И есть мнение, то, что Рамадан, то, что он как огонь сжигает что-то, также грехи сгораются от поста, от поклонения вместе. Но более достоверно то, что первое, когда был Аллах Субхану приказал поститься, это была сильно жаркая погода. Потом задается вопрос, для чего Всевышний Аллах, вот если посмотреть вообще, почему Аллах приказал нам поститься, для чего вообще нужно поститься, почему люди постятся, то есть почему месяц Рамадан, для чего это, почему весь месяц, можно ли целый месяц поститься или нет. Потом люди думают, что в Рамадан люди должны быть такие все набожными, а как месяц Рамадан проходит, я живу как хочу. Там, например, многие люди, вы, наверное, тоже встречаете, да, например, к примеру, курил перед тем, как наступил месяц Рамадан. В месяц Рамадан вступил, он оставил сигареты и ждет, вот когда же наступит Ураза Байрам, чтобы опять вернуться курить сигареты. Или, например, кто-то распивал алкоголь, оставил его, когда наступил месяц Рамадан, не, сейчас нельзя, но сейчас вот-вот Рамадан пройдет, и он в Рамадане уже думает, вот, да может, сейчас закончится Рамадан, я опять начну распивать алкоголь. И задается вопрос, ради этого Аллах нам приказал с вами, уважаемые братья и сестры, поститься, чтобы мы оставили только в Рамадане. А потом, как Рамадан прошел, дальше возвращались в плохую какую-то такую греховную жизнь или нет. Как спросили у Ибн Мубарака о тех людях, которые познают Всевышнего Аллаха только в месяц Рамадан, а когда проходит месяц Рамадан, забывают об Аллахе. Что о них можно сказать? На что он сказал? «Хаулай уббаду Рамадан, валейсу уббаду ли Рабби Рамадан». Эти люди, поклоняющиеся Рамадану, но они не поклоняются Творцу Рамадана. Поэтому Всевышний Аллах Субхану ва Тааля в Коране сказал: «Ва'буд раббака хатта я'тияка аль-якин», поклоняйся своему Господу до тех пор, пока не встретишься с ним, пока к тебе не придет смерть. То есть не пока не пройдет Рамадан, а будь всегда набожным, будь всегда красивым нравом, благим нравом, хорошо относись к близким. Альхамдулиллах, вот как вот мы могли проявлять некое такое терпение во время Рамадана, так же мы должны через всю свою жизнь пронести. Вот об этом хотелось сегодня с вами поговорить, поразмышлять, подумать. Альхамдулиллах, чтобы мы после этой лекции ушли еще лучше, чем мы были до этой лекции, чтобы после этого месяца Рамадана мы стали еще лучше, чем были до месяца Рамадана. Касательно поста, Всевышний Аллах Субхану ва Тааля в Коране, в сурат Аль-Бакара сказал, «Астаиду билля, я айюха аллазина аману кутиба алейкумуссиям». كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Всевышний Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Я айюха аллазина аману». О верующие! Это называется нидау шараф. В Коране, знаете, есть обращение, где Всевышний Аллах обращается: «Я айюха аллазина кафару». О неверующие! Где есть обращение: «Я айюха аллазина кафару ла таътазиру аль-йаум». Всевышний говорит неверующим, атеистам, безбожникам: «Судный, неверующий, обратиться к ним в судный день и скажет: сегодня не ищите оправдания». То есть я ваше оправдание сегодня в судный день не принимаю. У вас была возможность в жизни еще поменяться в лучшую сторону, уверовать, но вы не уверовали. Сегодня вам ничего уже не поможет. Есть обращение, где Всевышний Аллах Субхану ва Тааля обращается к пророкам: «Я Ибрагим, я Исмаиль, я Муса, я Иса, я Яхья, худиль китаба бихуа, я Закария» и так далее. Где Всевышний Аллах обращается: «О Моисей, о Иисус, о Авраам, о Исмаиль, Захария, Яхья», к пророкам обращается. К пророку Мухаммаду Аллах Субхану ва Тааля в Коране обращается: «Я айюхан наби», о пророк, «Я айюхан расуль», о посланник. Есть обращение, где Всевышний обращается ко всем людям в Коране, говорит: «Я айюхан нас», о люди. Но есть отдельное обращение, где Всевышний хассаса аль-му'минин, факаля Субхану ва Тааля: «Я айюха аллазина аману», где Аллах Субхану ва Тааля отдельно обращается к верующим и говорит: «О верующие». Когда мы читаем с вами коранический текст такого аят, где Всевышний Аллах, много таких аятов, где Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Я айюха аллазина аману», о верующие, сподвижник пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям ибн Масауд радиллаху анху, великий сподвижник, сказал, когда Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Я айюха аллазина аману», то после этого: «Имма шар тумна' ау хайр тумар». Аллах хочет тебе что-то запретить плохое, то, что тебе нанесет вред. То есть, когда Аллах Субхану ва Тааля обращается: «Я айюха аллазина аману», о верующий, значит, после этого знай, то есть к тебе обращение, и знай, что после этого Всевышний хочет тебе что-то запретить, рассказать о харамной вещи, которая тебе нанесет вред, или повелевать тебе, приказать тебе благое, которое принесет пользу только тебе. После этого Всевышний говорит: «Кутиба алейкум ас-сиям, ай фурида алейкум ас-сиям», предписан вам пост.
Всевышний Аллах Субхану Тааля говорит, и предписан вам пост, то есть фардом для вас поститься. «Кама кутиба аля ладина мин кабликум», подобно тому, как был предписан тем, которые были до вас. То есть как будто Аллах Субхану Тааля нам говорит, подобно тем, как было предписано умми, общение Иисуса, Иса бин Марьям, как было предписано общение Муса, алейхиссалям, как другим общинам и так далее. Если посмотреть все религии, которые были, 124 тысячи пророков, из них 313 посланников, все религии, у них аркан, так скажем, дин одинаковый, столпы религии у всех одинаковые были. У нас 5 столпов религии, правильно? Это первое свидетельство, то, что нету Бога, кроме Всевышнего Аллаха, достойное поклонение, то, что Мухаммед – раб посланник Аллаха. Во времена Иисуса, алейхиссалям, говорили, мы свидетельствуем, что, что нету иного Бога, достойного поклонения, кроме одного Бога, и то, что Иисус – раб и посланник Аллаха. Во время Муса, алейхиссалям, свидетельствуем, что нету Бога, кроме Всевышнего, одного единственного Бога, свидетельствуем, что, что Моисей – раб, посланник Аллаха. То есть у всех это одинаково. Второе – ас-саля, молитва. Альхамдулиллах, мусульмане так молятся, христиане, у них своя молитва была, у иудеев своя молитва была, у всех была, то есть одна единственная молитва – поклонение одному Богу. Как Всевышний Аллах Субхану Атара в Коране сказал, «Ли кулли минхум джаальна шираатам ва минхаджа». У каждой общины был, была своя программа, так скажем, молельная практика. Закат. Так как у нас есть, в других религиях тоже милостыня, закат – это обязательно было. Пост, как у нас пост, также в других религиях. Хадж. Тоже у нас и в других религиях тоже было предписано, то есть повелено делать паломничество. В этом аяте Всевышний Творец Создатель говорит, Субхану ва Тааля, «Кама кутиба аля ладина мин кабликум», для чего Всевышний нам говорит, подобно тому, как было, подобно тому, как был предписан тем, которые были до вас, здесь Всевышний Аллах, Субхану ва Тааля, как говорят муфассиры, ученые, хочет нам этим аятом сказать для облегчения наших сердец. То есть есть люди, которые, например, боятся поститься. То есть, например, вы, может быть, тоже у кого-то родственники есть и так далее. То есть боятся поститься. Слушай, бараклафик. Ничего бараклафиком, бараклафик. Боятся поститься. Смогу ли я пропаститься или нет? То есть ему перед тем, как он наступает в месяц Рамадан, ему есть некое неущение внутри. То есть, субханаллах, 30 дней или 29 дней. Как я буду поститься без воды, без еды? То есть, как я смогу это продержать? Получится у меня, не получится? То есть, субханаллах, у меня еще там, может быть, и учеба есть, и работа есть, и так далее. И вот тут вот начинается на некоторое такое внутреннее нашептывание. Но Всевышний Господь Бог, Аллах, субханаллах, ва тааля, облегчает нам и говорит, «Кама кутиба аля ладзина мин кабликум». Как бы он говорит, «Не бойтесь». Не переживайте, был предписан не только вам, был предписан тем общинам, которые были до вас, и они также смогли пропаститься. Вы не первые, как бы. То есть поэтому не бойтесь, в этом ничего нету такого страшного и тяжелого. И дальше Всевышний Аллах в конце этого аята сказал причину, для чего Аллах нам приказал поститься. Какая причина, кто знает? Ля-ля-кум, возможно, вы будете набожны. Богобоязненно. То есть Всевышний Аллах не сказал «Ля'аллякум таджу'ун», «Ля'аллякум та'фишу'ун». Нет, Аллах не сказал, может быть, вы будете голодать. Как многие люди говорят, а зачем мне поститься? Вот у меня есть такая-то диета, я по ней двигаюсь там, и все. Субханаллах, это пост в месяц Рамадан, это не диета. Это не диета. То есть, как некоторые думают, что поститься в месяц Рамадан, вот сколько мы общаемся там, на разные лекции ездим, общаемся, и думают люди, многие, то, что пост для того, чтобы похудеть. Некоторые думают, что пост для того, чтобы там поправиться, маленько скинуть, сейчас все четко 5-6 килограмм скину, нормально, давай буду поститься, и все, прошел. Нет, не в этом, не для этого Аллах предписал. Не для того, чтобы, это не диета. Да, это хорошо, это для организма, альхамдулиллах, очищается наш, альхамдулиллах, кишечник и так далее, легкость появляется, кто знает, кто в посте, да? То есть такое, некое такое наслаждение есть. То есть, когда ты постишься такое, даже не хочешь, чтобы он еще длился. Как говорили сахабы, если знали, какая милость скрыта в месяц Рамадан, вы бы хотели, чтобы он весь год продолжался, чтобы не заканчивался. Но нет, не для этого основная причина, для чего Аллах нам повелел поститься. Не для того, чтобы похудеть. Для того, чтобы прочувствовать вот этот голод, чтобы вот этот голод прочувствовать слабость перед Богом. Нет, не для этого. Для того, чтобы почувствовать жажду. Нет, не для этого. Всевышний Аллах не хочет насилия. Всевышний Аллах дальше говорит, «Юриду Аллаху бикум аль-юср, валя юриду бикум аль-уср». Аллах хочет для вас облегчения, Аллах не хочет для вас утруднения, усложнения. Поэтому дальше в аятах Всевышний Аллах говорит, тот, кто в путешествии, поехал в путь, в дорогу, он может разговление сделать, может не поститься, в другие дни продержать. Тот, кто болен, и он боится, и сейчас будет болеть, его болезнь дальше она будет так прогрессировать.
Или если он будет, например, поститься, ему нужно принимать лекарства. У кого-то хроническая болезнь, например, сахарный диабет, другие там есть болезни и так далее, там нельзя ему поститься, противопоказано. И он говорит, нет, я все равно буду поститься. Вот. Нет, ему нельзя поститься, даже запрещено ему поститься. Всевышний Аллах Субхану ва Тааля говорит, «Умман кана минкум маридан ау аля сафарин фа иддату мин айямин ухар». То, кто из вас болен или в пути, то пусть не постится. Если сможет, другие дни, когда покороче дни будут, когда он выздоровеет, сможет пропаститься. Есть хронические болезни, когда вообще он никогда не постится, он просто, если у него есть возможность, выплачивает садака милостыню. Беременная женщина, она не постится. Кормящая мама, она не постится. Пожилые люди, которым тяжело поститься, они освобождаются от поста. То есть мы отсюда понимаем, уважаемые братья и сестры, Всевышний Аллах нам не сделал какое-то усложнение, утруднение в жизни, чтобы вот мы сейчас прочувствовали вот это. Нет. А для чего? Ля'аллякум таттакун. Может быть, вы станете более богобоязненны. Может быть, вы станете набожны. Вот это суть поста. И Всевышний Аллах, посмотрите, он сказал, не сказал иннакум таттакун. Нет, не сказал поистине вы будете богобоязненны. Ля'алля, ихтималь. Может быть, да, может быть, нет. Кто-то будет богобоязненный, кто-то нет. В чем именно вот это ключевое, вот это, так скажем, понимание, кто сможет быть богобоязненным, а кто не сможет быть богобоязненным? Зависит от чего? От того, как человек провел этот пост, как он провел этот месяц Рамадан, как он себя, то есть, почувствовал значимость этого Рамадана, как он отнесся к чтению Корана в этот месяц, как он отнесся к посту, как он отнесся к милости, как он отнесся, то есть, так скажем, Рамадан – это тоже некая такая площадка, это школа, это университет, это институт, это кафедра, в которой мы обучаемся, в которой мы воспитываемся, и после него выходим, и на протяжении всей своей жизни несем дух Рамадана, до следующего Рамадана. Это не то, что в Рамадане мы такие, после Рамадана мы не другие. Или, например, мы в мечети, машаллах, такие все хорошие, а на улице мы ведем себя как хочу там, и так далее. Там. Нет. Мы это ад-дину та'амун, религия – это взаимные отношения, как сказал пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Поэтому ат-таква, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, указал трижды на сердце и сказал ат-таква ха-хуна, ат-таква ха-хуна, ат-таква ха-хуна, богобоязненность она здесь, богобоязненность она здесь, богобоязненность она здесь. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал «Инна Аллаха ла янзуру иля суварикум, ва ла иля амваликум, ва лакин янзуру иля кулубикум, ва иля а'маликум». Всевышний Аллах не смотрит на ваш внешний облик. Образ. Аллах не смотрит на ваше имущество, на ваше богатство. Нет. А Всевышний на что смотрит? На ваше сердце и на ваши дела. Именно наши деяния, вот сейчас вы сюда пришли, почему? Не потому, что вас кто-то заставил, вас никто не заставил сюда прийти, а вы по зову сердец пришли послушать лекцию об исламе, о религии, правильно? То есть ваше что, скажем так, двигатель, который сюда привел, это сердце, а ноги, это тело, оно само пришло сюда, именно по зову сердец мы сюда пришли. Я приехал сюда в пробке и так далее, причем по зову сердец, свое сердце, хотел вас увидеть, хотел вас поздравить с Рамаданом, хотел какую-то пользу принести, чтобы мы, альхамдулиллах, отсюда использовали. То есть наше сердце, мы постимся, почему сердце требует, мы постимся, молимся, почему по зову своих сердец, просыпаемся на утреннюю молитву, по зову своих сердец. Сердце и так далее. Поэтому сердце – это та точка, на которую смотрит Всевышний. Сейчас, например, вам скажут встреча, например, с ректором института. Или, например, скажем, встреча с губернатором, с муфтием, там, с большим каким-то таким чиновником и так далее. Одели белую рубашку и вдруг нечаянно пролили кофе. И в этот момент что мы будем делать? Пойдем в такой рубашке вот грязной или быстренько поменяем, постираем. Поменяем, постираем. Как мы можем зайти такому человеку там с пятном? Так как же мы можем с пятном нечисти, грехов и так далее, субханаллах, жить, зная, что Всевышний смотрит на эту точку? Не должно быть тут черного пятна, чтобы Всевышний смотрел на наше чистое сердце. Поэтому сафаль хулюб, должно быть наше сердце чисто. Поэтому основное, для чего Аллах приказал нам с вами поститься, чтобы мы стали богобоязненными. Дальше Всевышний Аллах Субхану ва Тааля продолжает и говорит: «Шахру Рамадан, аллази унзила фихи аль-Куран». Месяц Рамадан – это тот месяц, в который Аллах ниспослал Коран. «Худаллиннаси вабайнатин миналь-худа валь-фурукан». Коран, он худа, указывает прямой путь, линнас, всем людям, вабайнат. И также делает различие «худа валь-фурукан» от прямого пути, и также дает фуркан, разделяет халаль от харама. Аллах разделяет Коран, то есть нам некую такую, Всевышний Аллах дает программу, указание в Коране, что хорошо, что плохо. Что харам, что халяль, что дозволено, что запретно.
Вот это вот в первую очередь месяц Рамадан, это не месяц поста. Если вдруг вам зададут вопрос, месяц Рамадан это месяц чего? В первую очередь месяц мы ответим, месяц Рамадан, месяц Корана. Месяц Корана. Потому что Всевышний Аллах сказал, Шахр Рамадан, аллади унзиля фихи Коран. Месяц Рамадан это тот месяц, в который Всевышний Аллах говорит, не спасал Коран. Неспослание Корана было пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, аят за аят. Неспослал Всевышний Аллах на сердце пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям. Полностью Аллах почему сказал, мы неспослали в месяц Рамадан Коран. Также в другом аяте, субханаху ва-та'аля, сказал, инна анзаннаху фи лейлати мубарака. Мы неспослали Коран в благодатную ночь. В другом аяте Всевышний Аллах сказал, инна анзаннаху фи лейлати л-кадр. Мы неспослали Коран в ночь предопределения. То есть последние 10 ночей Рамадана, как раз сегодня 29-я ночь. Может быть, уже она прошла. Ночь предопределения. Может быть, сегодня будет ночь предопределения. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, ищите ночь предопределения в последние 10 ночей, нечетных ночей месяца Рамадана. Шахру лейлату кадри хайру мин альфи шахр, ночь предопределения лучше, чем 1000 месяцев. То есть одна ночь лучше, чем 83 года поклонения и так далее. Поэтому раньше, вы знаете, люди жили во времена Нуха, алейхи салям, 950 лет только призывал Нух, алейхиссалям, ко Всевышнему, значит, еще больше, тысячелетиями жили. Кто-то там 500 лет жил, кто-то... И когда сказали посланнику Аллаха, «А'мар уммати ма бейна ситтина ва сабаина ва калилу ман таджавазу залик», пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, «В моей общине, то есть будут жить в наши времена люди от 60 до 10 лет, и мало кто больше этого проживет». Мало кто больше 70 лет проживет. Тогда сподвижники расстроились и сказали, «Субханаллах, если мы всего лишь максимум 60, 70, 80 лет человек живет, что мы успеем благого сделать за такое короткое время?» На что он тогда, Аллах не спасал аят, «Лейлатул кадри хайру мин альфи шахр», «Ночь предопределения лучше, чем 1000 месяцев». То есть не бойтесь, в одну ночь поклонения человек прочитал намаз, как будто 83 года молился. Дал садака, как будто 83 года дал садака. Это подарок Всевышнего Аллаха, субханаху ва та'аля. Поэтому раньше долго жили, даже говорится, во время Ноя, пророка Ноя, Нуха, алейхиссалям, одна женщина плакала. Говорит, «Валима табки, абки аля валиди». «Почему плачешь?» «Я плачу, ребенок умер». «Кем умру?» Спросили, сколько ему было лет? «Каля саляти мия». Она ответила, 300 лет ему было. То есть раньше вот такие вот как бы долго, долгожители были. Всевышний Аллах сказал, то, что в месяц Рамадан Аллах не спал Коран. Коран для чего нам не спасал? Некоторые, многие из людей думают, что Коран Всевышний Аллах не спасал для того, чтобы его красиво читали. Многие люди говорят, для чего Коран красиво читать? Человек бывает красиво читает Коран, но не понимает, что там говорится в Коране. И поэтому даже, по милости Всевышнего Аллаха, я являюсь, вхожу в реестр международных судей по Мусабакат Хафзул Коран, по международным соревнованиям, конкурсом часов хафизов Корана. Вот в этом году мы проводили большой конкурс международный в Москве, каждый год проводим. Я был в составе жюри от России, главный жюри. У нас приезжал имам мечети пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, с Медины, шейх Абдул-Мухсин Аль-Касим, главный судья шариатский в городе Медина. Провели там более 24 страны участвовали в этом конкурсе, альхамдулля. И вот многие люди думают, что Коран нужно просто для того, чтобы пойти, как у нас говорится, там у татар маджлис кабарга, какой-то маджлис где-то, вот надо позвать имама, чтобы он красивый Коран почитал. Там какой-то маулид сделать, чтобы там пришли люди, прочитали красивый Коран, и думают, только вот суть Корана в этом. Но Всевышний Аллах нам говорит, для чего не спасал Коран. То сейчас, уважаемые братья и сестры, месяц Корана. Для чего же Аллах нам не спасал Коран? Всевышний сказал, «Афаля ятадамбаруна л-Коран, ам аля кулубин акфалуха». Неужто люди не размышляют над Кораном? Почему люди не размышляют над Кораном? Или на их сердцах замки, говорит Всевышний Аллах, субхану ва та'аля. Все, что с Кораном связано, все благодатно, все баракатно. Всевышний Аллах, субхану ва та'аля, описывает в Коране и говорит, «Иннаху латанзилу раббин аламин». نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. Поистине Коран это не спасение от Господа миров. То есть опять же Всевышний Аллах сказал то, что Коран это слово Всевышнего Творца. После этого Всевышний Аллах сказал, для того чтобы не спасать Коран, Аллах избрал самого лучшего из своих ангелов, ангела Джибраиля алейхиссалям. То есть у Всевышнего Аллаха очень много ангелов: Микаил, Исрафил, Джибраиль алейхиссалям, Малик аль-Маут.
те ангелы, которые записывают благие деяния с правой стороны, грехи записывают кирамом, кетимин, грехи с левой стороны записывают. Хадисы пророка Мухаммада, саллаху алейхи салям, передается, где посланник Аллаха, саллаху алейхи салям, сказал: «Оттати сама, ва хукка ляха анта атти, валлахи ма мин ва удаин, арби асаби илля малакун, ва даин, джабхата саджида лиллахи та'аля». Когда пророк Мухаммад, саллаху алейхи салям, возносился в небеса, он говорит: «Клянусь Всевышним Создателем, в небесах, то есть семь небес, между ними еще есть пространство, еще на сегодняшний день даже первое небо до конца не изучено учеными, но небеса полностью, они забиты ангелами, и нету в небесах места на расстоянии четырех пальцев, где бы ни находился ангел и не делал земной поклон Всевышнему Создателю». Поэтому их большое количество ангелов. Но однако для того, чтобы не спасать Коран, Аллах избрал самого лучшего ангела, какого? Джибраиля, алейхиссалям, архангел Гавраил, Джибраиля, алейхиссалям. Потом Всевышний Аллах, субхана ва тааля, не спасал человеку, самому лучшему из людей, пророку, посланнику Аллаха Мухаммаду, саллаху алейхиссалям. Также нас не спасал на самый лучший орган, который есть у человека, аля кальбик, сказал, на твое сердце. Не сказал аля аклик, не сказал на твой разум, или алейх, не сказал тебе, сказал на твое сердце, Мухаммад, то есть он в сердцах, Коран. Дальше Всевышний Аллах Субхану ва Тааля сказал, то, что не спасал его на самом прекрасном языке, на арабском языке, не спасал Коран. То есть все, что с Кораном благодатно. В месяц Рамадана Аллах не спасал Коран. В ночь предопределения Аллах не спасал Коран. То есть если месяц Рамадан, он любим Всевышним Аллахом. Почему? Потому что сподвижники до того, как наступал месяц Рамадан, полгода просили Всевышнего Аллаха: «Аллахумма баллигна Рамадан». О, Аллах, дай нам возможность дожить до Рамадана. Почему? Потому что знали, какая благодать в месяце Рамадана, сколько бараката в месяце Рамадана. И когда заканчивался месяц Рамадан, еще полгода просили Всевышнего Аллаха дуа, какой? «Тасаллямху минна мутакаббана». «Прими от нас поклонение, которое мы совершали в месяц Рамадан». То есть, получается, весь год, уважаемые братья и сестры, они жили с месяца Рамадана, с дуа, до того, как наступал полгода, просили: «Да, Аллах, нам возможно дожить до месяца Рамадан». Как заканчивался месяц Рамадан, еще полгода просили Аллаха, чтобы Аллах принял его. Боялись, что Аллах, субхана ва тааля, не примет его. У них месяц поклонения, месяц Рамадан. Вместе Рамадан любим Всевышним, но более любим перед Аллахом последние 10 ночей, в которых мы сейчас находимся. И более любим из этих 10 ночей, уважаемые братья, это Лейлятул Кадр, это ночь предопределения. Всевышний Аллах Субхана ва Тааля сказал: «Аллази унзила фил Куран худан лин-нас ва байинатин миналь худа валь фуркан». То есть Куран великое, это слово Творца, это радостная весть от нашего Создателя. Вот бывает, когда мы, например, бывает такое, когда кому-то пишешь СМС, и ты ждешь, почему он не отвечает мне, неужто он не обиделся и так далее. А человек бывает чем-то занят, и вдруг он отвечает тебе, и ты как радуешься, альхамдулилля, значит, он на меня не был обижен. Или бывает там кто-то твой близкий садится на самолет, он улетает, и ты ждешь, когда вот приземлится самолет, твой близкий брат, сестра, мама. Ты переживаешь, там долетит, он чуть-чуть там задержался, то есть должен быть уже самолет приземлиться, он еще, телефон отключен у него. Потом приходит от него смс: «Альхамдулиллях, машаллах, все хорошо, теперь можно лечь спать». Бывает такое, бывало с вами? Поэтому, а представляете, письмо от Аллаха нам, что от нас Всевышний хочет? Он говорит: «О мой раб, о верующий». То есть он обращается к нам: «О верующий». Какой? «Саляму алейкум, хаякум». Здравствуйте, проходите. То есть Всевышний обращается: «О верующий». То есть какое... Аллутф мин Аллаха Азза ва Джаль. То есть какое мягкое обращение к нам, как будто все говорят: «О, верующий». Самое лучшее обращение. Да, лаббейка ва саалейка я Рабби. Я перед тобой, мой Господь, что ты хочешь мне сказать? И Всевышний Аллах в Коране об этом говорит. Поэтому, как говорится, как сказал Аль-Азз ибн Абдуссалям: «Валлахи лан ясилу иля шейин бигайри Аллах, факайфа ясилуна иля Аллах бигайри Аллах». Говорит: «Клянусь Всевышним, люди ничего не смогут в этой жизни достичь и познать без Всевышнего Аллаха. Без Бога ничего невозможно получить. Даже без повеления Всевышнего листочек не упадет на землю, капелька не капнет с небес». А как люди хотят познать тогда Всевышнего Аллаха без Аллаха? То есть как хотим узнать что-то о Всевышнем, не прочитав его священную книгу, не прочитав Коран? Поэтому это Коран именно как руководство для мусульман. Альхамдулиллях, в этом так программа наша, навигатор жизни для счастливой жизни, в итоге в вечную райскую обитель. И Всевышний Аллах оберегал Коран. Всевышний Аллах перед тем, как не спасать Коран, его оберегал, Аллах не спасал Коран
Лаухль Махфуд, то есть он был в небесных скрижалях. После этого Аллах не спасал Илля Сана и Дуня, полностью не спасал Коран на первое небо. И уже с первого неба, айя, на протяжении 23 лет, Аллах не спасал нам сердце пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Поэтому в тот момент, когда Аллах его собрал вместе, в этот момент он его оберегал. Аллах в Коране говорит, «Илля манистарака сам'а фаатбахум шихаб филаухи махфуз». Первое, что говорит, я его в небесных скрижалях сохранил. Потом, когда Аллах не спосылал, Аллах его во время не спосылал, «Хайна нузуль», тоже хафива, тоже его оберегал. Всевышний Аллах сказал, «Илля манистарака сам'а фаатбахум шихаб мубин». То есть послушивали джинны и хотели украсть информацию, тут же за ним летел огненный метеорит. И когда уже Аллах не спосылал его на землю, на сердце пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Инна нахна наззальна дзикра, ва инна лаху лахафизун». Поставил Коран, и мы его будем оберегать до судного дня. Дальше Всевышний Аллах Субхана ва Тааля продолжает и говорит: «Фаман шахида минкум аш-шахра фальясум». Тот, кто из вас застал месяц Рамадан, то пусть он его пропастится. Фальясумху, то пусть он его полностью пропастится. Сколько дней постится? Сколько дней поста, уважаемые братья и сестры? 29 или 30. То есть лунный календарь не может быть больше 30 дней, не бывает 31 день в хиджре. И не может быть меньше 29 дней. Или 29, или 30 дней – это месяц лунного календаря. До того, как Аллах Субхана, почему Всевышний Аллах сказал в предыдущих аятах, то есть тот, кто из вас болен, тот, кто сможет пропаститься, то пусть пропастится, тот, кто не сможет пропаститься, то пусть он дает там это искупление, как садака, как фидья. فكما الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ومن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا فهو خير له. То есть если кто сможет поститься, то лучше для него, кто не сможет поститься, то он может не поститься. До того, смысл в том, суть в том, то что перед тем, как Всевышний Аллах приказал полностью весь месяц Рамадан поститься, он постепенно приказывал это. То есть вначале не было приказано Всевышним Творцом поститься весь месяц Рамадан. Вначале Всевышний Аллах Субхана ва Тааля дал хияр кому-то, говорит, хотите поститесь, если не хотите, можете дать садака. Вам выбор, то есть дал выбор. Потом уже, когда увидел то, что мусульмане окрепли, Всевышний Аллах Субхана ва Тааля повелевал только несколько дней из месяца Рамадана поститься. Потом, когда уже видел, что еще более крепче стали, Аллах Субхана ва Тааля уже повелевал весь месяц поститься, и в этом есть благо для верующего человека. Как вы себе представляете, как можно стать набожным? Что такое вообще понимание богобоязненности? Вот хотелось бы от вас тоже услышать. Айдар, вы много говорили, знаю, что вообще в институте исламском учится. Вот, Артем, вот вы интересуетесь религией. Может, вы ответите нам? Вот. Всевышний. Я думаю, что, наверное, это признание того, что нет Бога, кроме Аллаха, и отсутствие сомнения. Да. Машаллах, машаллах. Вот хороший ответ, говорит, набожность, это, говорит, признание, что Бог один, что нет иного достойного поклонения, кроме Всевышнего, и отсутствие сомнений. Человек должен быть уверен. Да, человек должен быть в этом уверен, у него должна быть уверенность, то, что, машаллах. Вы как думаете, что такое тоже? Я думаю, это трепетное отношение к жизни и постоянно вот благодарность за данные возможности. Альхамдулиллях, машаллах, машаллах. Еще какие варианты? Может, какие-то тоже мысли есть? Набожность, богобоязненность, что это такое? Также ученые говорили, что богобоязненность – это что? Это по мере возможности, то, что тебе запретил Всевышний, ты должен этого отдаляться, оставлять, и то, что тебе Всевышний приказал, ты это должен выполнять. Также спросили у Ибна Умара, такой был сподвижник, Ибн Умар. Умар, радаллаху аньху, это был второй халиф после Абу-Бакра, радаллаху аньху, его сын тоже был потом халиф, Ибн Умар. Его спросили, мать такуа, что такое богобоязненность? Он красиво ответил, «Ламма индама ла тазуннанна аннака хайран мин аль-ахарин». Богобоязненность – это когда ты не думаешь, что ты лучше других. То есть бывает человек, он думает, вот, когда пророку Мухаммаду, саллаху алейхиссалям, один раз описали одного человека, очень набожный, очень богобоязненный, молитва его такая прекрасная. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхиссалям, сказал, «Ла арифу, я его не знаю, кто это, покажите мне его». «Фаидху джаляса наби, саллаху алейхиссалям, ма асхабихи, иддахаля раджуль». Когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхиссалям, сидел с подвижниками, вдруг этот человек заходит. И тогда сподвижник говорит, «Ха хуа, я Расулла, вот он, посланник Аллаха, мы его имели в виду». Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, посмотрел на него и говорит, «Инни арафи, очень сахарный меня шайтан». Я вижу в его лице след, отпечаток сатаны. Потом он к нему подошел и спросил, вопрос задал. «Биллахи алейк, ответь мне честно,
ألا تظنن وأنك تدخل وأنت تدخل المسجد أنك خيرا ممن فيه. С именем Аллаха прошу тебя, ответь честно. Когда ты заходишь в мечеть, есть ли у тебя внутри такое понимание, что ты лучше других? Вот, нам, да, говорит, бывает. Вот, да, халяк, это уничтожение. То есть, когда человек, он думает, что он лучше других, другие хуже его и так далее, вот это тоже есть уничтожение. Сам себя губит человек. Поэтому тоже одно из определений богобоязненности, когда человек, он себя не считает лучше других, он себя не считает выше других и так далее. Альхамдулилля. Вот этот вот то, что богобоязненность, которую мы с вами получаем в Рамадане, то есть еще раз хотел повторить, месяц Рамадан – это некая как площадка. Месяц Рамадан – это не то, что Всевышний Аллах сказал нам, вы будете в Рамадане богобоязненными, а потом закончится Рамадан, вы дальше уже все, богобоязненность оставляете. Нет, это воспитание себя в месяц Рамадан стать более приближе ко Всевышнему, быть стать более мягким, более добрым, более лучшим и так далее. Поэтому даже как сказал же пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям: "Ман лам яда'а каула зур ва аль-амала бихи, фа лайса лиллахи хаджа мин ан яда'а та'ама ау шараба". Если во время Рамадана даже, если во время Рамадана человек не смог оставить сквернословие, обман, ложь, то нет у Всевышнего нужды, чтобы он оставил еду или питье ради него. То есть Рамадан, уважаемые братья, это суян имсяк, это воздержание. Воздержание от еды, воздержание от питья, воздержание от супружеской близости и также воздержание себя еще больше от гнева. Ты должен еще больше себя должен воспитывать. То есть, если, например, тебя кто-то разозлил и так далее, даже где-то там подрезал на дороге, там не ругаться и так далее, ты, вот хочется себе что-то высказать. Не, Рамадан, инни саим, я пощусь. Я знаю, если я сейчас себя буду там гневиться буду, что-то плохо говорить, какие-то плохие слова будут вылетать из моих уст, то в этот момент что награда за пост будет меньше. И ты себя воспитываешь, и потом уже, как заканчивается месяц Рамадан, ты на протяжении всей своей жизни это проносишь. Не то, что в Рамадане ты был таким, а после Рамадана стал хуже. Нет, ты должен быть лучше. Поэтому ученые говорят, «Ад-далайлу кабуль амаль», именно доказательство, то, что Всевышний Аллах принял действие, например, пост в месяц Рамадан, там паломничество в Мекку и так далее, есть то, что если он после этого действия стал лучше, чем он был. То есть если каждый из нас может прочувствовать, после Рамадана я стал более добрым по отношению, более внимательным по отношению к своей семье, по отношению к своим родителям, к своим друзьям, близким, коллегам, от меня исходит все добро, в молитве, альхамдулилля, намаз, да, если раньше, может, как-то мне тяжелее было читать, сейчас я легче читаю, легко мне отдается молитва, альхамдулилля, то есть улыбка, я раньше ходил грустным таким и так далее, сейчас я начал улыбаться, альхамдулилля, там, более щедрым стал, знай, мой брат, знай, моя сестра, значит, Аллах принял твой пост, все твое поклонение. Поэтому, субханаллах, даже мы, когда каждый год ездим на хадж, у меня группы бывают по 250, по 300 человек со мной ездят на хадж, некоторые возвращаются после хаджа, и что? Я говорю, изменился в чем-то там? Спрашиваю ваш родственник. Да, да, изменился. Я говорю, в чем? Чуть загорел, саудовская Аравия, жарко, чуть загорел, и что-то насморк у него после кондиционеров. Больше ни в чем не изменился. А кто-то, да, кто-то изменился, машаллах, стал лучше в молебной практике, в молитве, в намазе, в своих благих деяниях и так далее. Поэтому суть Рамадана, она, альхамдулилля, заключается в том, чтобы мы, альхамдулилля, стали лучше. Человек такой... Аллах так сотворил нас, уважаемые братья и сестры, то, что в этой жизни всегда идет какой-то взаимообмен. То есть мы, например, рождаемся, потом вырастаем, потом, то есть, это, в свое время тратим на учебу, сейчас вы учитесь, да, потом, альхамдулилля, дай Аллах, амин, иншаллах, в посте мы сейчас дуа просим, чтобы каждый из вас получил после окончания великую, большую должность, иншаллах, я рабом. Поэтому потом получает какую-то должность, отдает свое время, там, работает и так далее, получает зарплату. Зарплату тратит там на что-то, на продукты. То есть постоянно идет взаимообмен. Человек всегда думает о награде. Какая же награда за то, если я стану набожным, богобоязненным? Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, когда ему показали рай, когда ему показали ад, он сказал: «Аксару ахналь джанна аль-муттакин». Субханаллах. Большинство, кто был в раю, это аль-муттакун. Это тот, кто набожный. Большинство... Количество тех людей, которые попадут в рай, это богобоязненные люди, сказал пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям. Поэтому самое, что есть лучший запас, который мы сможем с вами принести в
через свою жизнь и вместе с этим запасом зайти в будущее, иншаллах, в райскую обитель, это таква. Аллах в Коране говорит: «Ватазавваду фаинна хайра зяди таква». У вас должны быть запасы, то есть запасы на жизнь, на судный день. И самое лучшее, чем вы сможете, какой сделать запас, это богобоязненность. Это богобоязненность. Поэтому, когда мы, например, бываем человек, он выезжает в путь, он что с собой? Там берет, там, какую одежду одеть, какую там еду с собой взять, там, или еще что-то, да, там, что с собой взять, деньги берет, то есть запасы какие-то берет. И он самое такое основное, там, даже если человеку скажут, у тебя только ручная кладь, багажа нет, он что, он самое необходимое с собой возьмет. И вот там Всевышний Аллах говорит, самое для вас необходимое в этой жизни – это богобоязненность, это набожность. Человек богобоязненный, альхамдулиллах, он из него исходит все благое. По отношению к самому себе, по отношению к близким, по отношению ко всем окружающим людям. Даже как к животному относиться, ислам нас обучает. Запрещено в исламе даже по лицу ударить животного. Поэтому, субханаллах, все, что есть богобоязненность, альхамдулиллах, вот. Поэтому, когда пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, спросили его супругу Аиша, радиаллаху анха, умму аль-муминин, ма кана хулуку ар-расул, саллаллаху алейхи ва саллям, какой был нрав, гылк, ахлак у посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Почему они спросили? Потому что Всевышний Аллах сам его похвалил в Коране, посланник Аллаха, и сказал: «Ва иннака ля аля хулукин азим». Поистине ты, Мухаммад, на великом нраве. Ты, Мухаммад, твой нрав великий. Не просто красивый, великий. И тогда, субханаллах, когда Аллах не спасал этот аят, пришли к супруге посланника Аллаха, сподвижники, начали спрашивать: «О, на кэна хулуку наби, саллаллаху алейхи ва саллям? Какой был нрав у посланника Аллаха?» На что Аиша, радиаллаху анха, сказала: «Кэна хулукуху аль-Кур'ан». Его нрав был Кур'ан. То есть посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, был ходячий Кур'ан. Аллах, субхана ва таала, в Кур'ане говорит: «Ва ля та'таду», не враждайте, не проявляйте вражду. Он не проявлял это. Аллах Субхану Таала говорит: «Кулю линнаси хусна», говорите всем людям благие слова, красивые слова. Самый первый, кто говорил благие, красивые слова, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям. Аллах Субхану Таала в Коране говорит: «Ва'фу васфаху», прощайте, миритесь. Он первый, кто шел на примирение, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Вот это вот есть нрав Корана, вот это есть нрав богобоязненности, который верующий человек должен принести через всю свою жизнь и вечности в райскую обитель. Если мы, братья и сестры, намаз не читали, начали читать месяц Рамадан, должны дальше продолжать читать месяц Рамадан. Первое, что Аллах спросит в могиле: «Ауэль ма юсалю абду ан йом аль-кияма ани салля». Первое, за что, как только человек встанет с могилы, намаз спросит. Намаз читать, альхамдулиллах, это Аллах Субхана в Коране приказал, сказал: «Акиму салля», приказывает нам и говорит: «Читайте намаз». Всевышний Аллах не сказал: «Хотите, читайте, хотите, нет». Приказал нам Всевышний Аллах. Когда нам приказывают что-то, папа, мама и так далее, мы что, тут же выполняем? Мы не можем родителя слушаться. А когда создатель наших родителей нам приказывает: «Читайте намаз», особо часто ко мне приходят в мечети, задают вопрос. Я, например, намаз не читаю. Я намаз не читаю, но я верующий человек и так далее. Там, я по-своему верю, достаточно этого или нет? Я считаю, что это достаточно. Я говорю: «Брат мой, сестра, ты веришь то, что Коран – слово Аллаха, или не веришь?» «Конечно, говорит, я верю». «Или ты думаешь, это написано, придумаешь, как книга?» «Нет, это Писание от Всевышнего». «Хорошо, открываю Коран, что читаешь, что Аллах написал?» «Акиму салля», приказывает: «Читайте намаз». «Веришь, что Аллах тебе приказывает?» «Верю». Я говорю: «Ты не читаешь намаз». Тут одно из двух. Или ты не веришь, но ты говоришь, что веришь. Значит, ты веришь, но не слушаешься Аллаха, ослушаешься. Это тоже неправильно. Ослушаться Создателя, Творца. Если человек не верит, он неверующий. Если он ослушался, он грешник. Поэтому для чего Аллах тоже не спасал нам читать намаз, приказал? Для того, чтобы облегчить нам, альхамдулиллах, это общение с Аллахом. Каждый из нас что-то хочет, что-то желает. Кто-то хочет там экзамен сдать, кто-то хочет там, альхамдулиллах, должность получить. У кого-то близкий болеет, за него дуа просит. У кого-то папа, мама умерла, за них просит дуа. А как ты хочешь получить это от Создателя, если ты его не благодаришь в своих молитвах, если ты не читаешь намаз? Поэтому пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, когда умирал перед смертью, лежал на плече своей супруги Аиши, радиаллаху анха, последние слова, знаете, какие его были? «Ас-саля, ас-саля, ас-саля, ва ма малякат айманукум». Намаз, 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 молитва, 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 и хорошо относитесь к своим подчиненным, сказал, саллаллаху алейхи ва саллям, и ушел с такими словами. То есть, субханаллах, бывает такое. Кто-то из вас был, например, видел, как человек уходит из этой жизни? То есть, например, когда я там в больнице кому-то в реанимацию заходил. Я вот видел, как на моих глазах мой отец уходил из этой жизни. Ты ему ничем не можешь помочь. Твой любимый человек, который все мог бы отдать, все бы хотел. И бывает человек, когда вот перед смертью, он чувствует, что о чем-то важном хочет сказать. Бывает, там детей собирают, говорят: «Мои сыновья, мои дочери, там слушайтесь маму, там, мы нам должны долги. Там заберите, мы должны этим людям отдайте долги». Даже вот когда погребальная молитва, джаназа, имам выходит, спрашивает: «Это человек, у кого-то долги, у него перед кем-то есть или нет?» Перед тем, как читать, наверное, джаназа.
вот его родственники, они отдадут, если он кому-то должен. То есть, что самым важным хочет сказать. И так как, саллаху алейхи вассалям, всех нас любил и любит, саллаху алейхи вассалям, он сказал намаз, намаз, намаз. Почему любил? Потому что пророк Мухаммад, саллаху алейхи вассалям, сказал во время своей жизни, «Иштакту ли хвани, иштакту ли хвани». Я сильно соскучился по своим братьям, по своим сестрам. Тогда сахабы сказали, «Алясна ихваника, я Расулуллах». Не мили твои братья у посланника Аллаха. На что пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал, «Ля, баль антум асхаби». Нет, вы мои сподвижники. «Амма ихвани», а мои братья, сестры, «Ятуна мин ба'ди, юминуна би улям яруни». Мои братья, сестры, те, кто придут после меня, уверуют в меня, последуют за мной, не увидев меня. «Фэшфа алейхум яум ль-кияма». Я буду за них заступником в судный день. Пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал: "Йаумул кияма ана инда баби джаханнама аля аль-ясар ва Ибрахим халилуллах инда баби аль-джанна аля аль-ямин". Судный день я буду около дверей ада с левой стороны, а Авраам пророк будет около дверей рая стоять, Ибрахим алейхи салям справа. И тогда спросили пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям: "Я Расулуллах, у рибана такуна аля аль-ямин аль-джанна". О посланник Аллаха, а почему ты около рая не будешь стоять? Зачем тебе около ада стоять? На что он сказал: "Ликай ла ара ахада мин уммати юдхалу ан-нар". فَأَقِفُوا عِنْدَهُمْ فَأَشْفَعْ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ. Говорит, если я увижу, что кого-то из моей общины поведут в ад, его наказывают за его грехи, я остановлю его и попрошу еще заступничество перед Всевышним Аллахом Субхану Тааля. Вот так вот пророк Мухаммад Аллах любил нас, любит, и он сказал намаз, 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 то есть такое дал. Поэтому сподвижника второго правителя Умара ибн Хаттаба убили во время молитвы, вы знаете. Был такой один Абу-Лу-Лу-А, такой один шпион, он продавал какие-то изделия на рынке Медины, из металла сделал. И хинджар, такой нож с двумя головками такими, подарил Умару ибн Хаттабу. Когда была утренняя молитва, Умар ибн Хаттаб проводил этот намаз, утренний, салат аль-фаджр. Зашел этот Абу-Лу-Лу-А, взял и пырнул его. И потом одного сподвижника, другого сподвижника. Потом, когда намаз закончился, сподвижник его окружили, он кинул на них кольчугу и сам себя убил. Потом передает эту историю сыну Умара ибн Хаттаба. Ибн Умар говорит, то, что уже рассветало, уже утренняя молитва заканчивалась, отец открыл глаза. И первый вопрос, вот какой бы мы вопрос задали? Как это произошло? Что случилось? Кто меня пырнул? Да, почему вы не уследили? Умар ибн Хаттаб первый вопрос задает: «Ассалейтум». Дочитали ли вы намаз? То есть я бы среди вас сейчас имамом. Вы домолились или нет? Дочитали? Завершили? «Наам саллейна, я амир муминин». Да, дочитали, у правителя проведу. Потом говорит: «Я Абдулла хатильма». «О, Абдулла, принеси воду своему сыну», говорит. Сподвижники подумали, что жажду насильно от потери крови. Ему принесли воду, как смог, он взял омовение, дочитал свою молитву. И потом задал вопрос: «Мен каталяни», кто меня убил? Как это, кто? На что сказали: «Такой-то, такой-то Абу-Лу-Ля». То есть он был шпионом и так далее, не был мусульманином. И на что он ответил? Пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям: «Альхамду лиллахи аллази таваффани аля яди раджуль лам йасджуд садждатан кат». То есть так описал его, не то что он был не мусульманин. «Альхамду лилля, то что меня убил человек, который не читал намаз». «Альхамду лилля, то что меня убил человек, не молящийся». Поэтому это очень такая «Альхамду лилля». Если мы читали намаз, начали читать в Рамадане, дальше должны братья продолжать его, не оставлять его намаз. Также «Альхамду», все благие деяния, все хорошее. И хотелось вот в конце этой лекции, сейчас уже оставим время уже на, наверное, вопросы, три вещи обратить, на что мы по жизни должны нести через себя вот этот дух Рамадана, вот этот дух богобоязненности. Первое – это взаимные отношения между нами и Всевышним Аллахом Субхану ва Тааля. Взаимные отношения между нами, родственниками, близкими, соседями, семьей, другими конфессиями, другими людьми и так далее. Ислам воспитывает тому, чтобы от мусульманина исходило только все добро. По отношению к мусульманам, по отношению к немусульманам, по отношению к другим конфессиям. То есть он, мы с вами, на нас смотрят все остальные люди, как на представителей ислама. Каждый из вас, в Аллахе, перед Всевышним представитель религии. Это великая должность. Аллах вас каждого избрал. Меня избрал, вас избрал, вас избрал, вас избрал. Все люди, если мы что-то будем делать плохое, то, что противоречит религии, общим ценностям и так далее, то люди не будут думать, что ты такой плохой Мухаммад, ты такой плохой Асхат, нет, что ислам такой плохой и так далее. Поэтому каждый из нас представитель своей религии, он должен из него исходить только все благое по отношению ко всем людям, аль-хамдулля. Поэтому, иншаллах, Аллах субхану тааля, чтобы мы были, и это есть своего рода да'ва, это есть то, на что смотрит Всевышний Аллах, субханаху ва та'аля. Поэтому взаимные отношения, вот эти все они должны, аль-хамдулля, ат-та'амуль, саллаху алейхи, какой был он, один раз один иудей умер, его тело понесли. И пророк, саллаху алейхи ва саллям, встал, когда понесли его тело хранить. И тогда сахабы сказали: «Атака филе яхуди?» Некоторые сподвижники сказали: «Зачем ты перед иудеем встаешь?» На что он сказал: «Аля тахтаримуна майитан?» «Почему вы не уважаете
человека, который ушел из этой жизни. То есть такой был нрав пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, а его нрав был Коран, в котором есть богобоязненность. Вот эти вещи, когда пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, был на последнем хаджи, хаджат аль-вада, прощальный хадж, с ним было более 100 тысяч сахабов. И он что сказал в своей известной проповеди? Инна димаукум ва амвалукум ва аърадукум харамун алейкум ка хурмати йаумикум хаза фи баладикум хаза фи шахрикум каза фи йаумикум каза. Когда был последний его прощальный хадж, он встал на кафедру и сказал: поистине харам, запретное по отношению друг к другу, ваша кровь, ваше имущество и ваша честь, подобно тому, как запретен этот месяц Дзуль-Хиджа, запретен этот месяц Машаир харам, запретен этот день Яум аль-Арафа и в этот день великого хаджа. Что касательно крови, то те, кто убили Усмана, радиаллаху анху, третьего правителя, когда заходили его убивать, его супруга была дома. Она сказала: остановитесь, и начали ее избивать. И когда ее начали избивать, она посмотрела и сказала: «Малек, ката Аллаху риджлейк, ва ядейк, ва адхалак аннар». Что вы делаете? Пусть Всевышний отрубит, проклинала вам руки, вам ноги и ведет вас в ад. Потом вот этих людей, которые убили Усмана, радиаллаху анху, через много лет нашли в Куфе, в Ираке, мактуа риджлей ва ядей. Человек, который убил Усмана радиаллаху анху, застали в Куфе без рук, без ног, и он начал кричать: «О Аллах, спаси меня от ада». Тогда спросили: «Почему ты так говоришь?» Говорит: «Я когда мы убивали Усмана, его супруга нас проклинала, то есть и сейчас я без рук, без ног, без ног, я еще боюсь, то, что третья тоже исполнится, то, что я попаду в ад». Это что касательно посягать на кровь другого человека. В этой же жизни Аллах Субхану ва Тааля забирает и наказывает того человека, который постиг на кровь другого. Что касательно имущества, во время пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, подошел один человек и спросил его: «Я Расулуллах, инна инди уммал, йом яглибуна алейхи ва йом яглиб алейхим». «О посланник Аллаха, у меня есть работники. Один раз я им не додаю зарплату, один раз они у меня где-то там воруют. Как быть?» На что пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «То, что они у тебя забирают, в судный день ты заберешь с них с благих дел. То, что ты у них забираешь, ты отдашь с благих дел в судный день». И он заплакал. وما يبكي لم يقرأ قول الله عز وجل ونضع موازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. Почему он плачет? Он неужто не читал аят в Коране, где Всевышний Аллах сказал: в судный день мы установим весы справедливости, и ни одна душа не будет притеснена. И что касательно чести, Ибн Сирин, Мухаммад бин Сирин, великий ученый, который, знаете, тафсир аль-Ахлям, у него книга, которую он дает тафсир, толкование снам, великий ученый был. Один раз пришел к нему один человек и говорит: «Я видел сон». Шар, то есть у этого человека волосы балакат или сакай, то есть они выросли до пола, то есть такие длинные волосы. Этого человека с таким видел. Какой тафсир этого сна? Какое толкование этого сна? На что он сказал: «Если это сбудется, то этот человек, которого ты видел во сне, он его посадит в тюрьму». Это на что он говорит: «Я тебя видел, ты был Мухаммад бин Сирин». И так оно случилось, за долги его посадили в тюрьму. И ни разу он не выходил из тюрьмы, кроме как один раз провести салат аль-джаназа, погребальную молитву за сподвижника Анас бин Малика. Анас бин Малик, последний сподвижник, который умер, и он попросил, чтобы ему читал намаз Мухаммад бин Сирин. Его выпустили из тюрьмы, он провел намаз и обратно вели его в тюрьму. И потом он сидел в тюрьме и сказал: «Я начал думать, за что это мне? За что, почему я в тюрьме вот так вот?» И вспомнил, говорит: «Кабля арбаина сана, культу ли раджулин, я муфлис, валя ана ана муфлис, ва фиссижн, ва амуту фиссижн». Я вспомнил, говорит, 40 лет назад я одному человеку сказал в лицо: «О, банкрот!» То есть как бы на личность перешел. «О, такой-то банкрот!» Сейчас я сам банкрот, сижу в тюрьме и умираю в тюрьме. Поэтому, если человек кого-то обзывает такими словами, таким качеством, которое не нравится этому человеку, то обязательно это вернется уже еще этому же человеку в этой жизни. Только нельзя быть самоуверенным, нужно полагаться на все, на Всевышнего Аллаха. Но если мы видим другого в каком-то плохом качестве, мы не должны на личности его ругать и на его попрекать, а должны призывать его к доброму. То есть у нас такая даже поговорка есть: «Синат ташбер селер, синь ашбер, если тебя кидают камнем, ты кидай его обратно хлебом». Поэтому дай Аллах Субхану ва Тааля, чтобы, уважаемые братья и сестры, вот это то, что мы сказали, слышали, аяты, хадисы, что принесло нам пользу, иншаллах, чтобы после месяца Рамадана мы стали еще лучше, чтобы, альхамдулиллях,
Аллах дал нам возможность следующий Рамадан встретить, чтобы Аллах Субхана ва Тааля дал нам возможность, альхамдулилля, быть из тех людей, которые зайдут через дверь Раян в судный день, так же, как мы в этой кафедре вместе сидим, чтобы все были также, альхамдулилля, в раю, в джаннате в судный день, иншаллах, в джаннате аль-фирдаус с нашими родителями, близкими, родственниками и так далее, иншаллах.